Шалакайна, Чакшурупани, Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху, Ананда Шри Адвайта Гададхара Шивасати Бхагавата Гобинда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Доброе утро, дорогие преданные. Мы продолжаем семинар по апасампрадае. Сегодня у нас уже пятая лекция, и тема этой лекции будет кастовые госвами, или как это называют, джата госаи. Джатам госвами, джатам госаи, это все синоним, смысл один и тот же. Перед тем, как начать описывать непосредственно эту секту, хотелось бы сказать несколько общих слов о структуре семинара. Мы с вами обсудили на прошлых лекциях общее понимание того, что такое сампрадая является, какова ее суть, то, что это амная, это неизменное ведическое знание, и парампра, она имеет смысл до тех пор, пока это знание, которое передается по этой линии ученической преемственности, неизменно. Также мы обсудили то, каковы необходимые компоненты для возникновения апасампрадая, что необходимы лидеры в виде людей, которые уже укоренились в оскорблениях шастр, гуру, саду, которых Аджива Госвами в Бхакти-сандарбхе называют ачикитья или неисправимые. Он описывает, что за такими людьми идут люди слабые и невинные люди. Таким образом создаются апасампрадая. Также мы разобрали историю, немножко затронули то, каков был опыт Бхактивинода Такура, Бхактисиддханта Сарасвати Такура, Шивы Прабхупады. И сейчас мы подошли... И их опыт в борьбе с апасампрадаями, с отклонениями. И сейчас мы дошли к моменту, когда мы начнем перечислять, анализировать 13 основных апасампрадай. Этот список привел Бхактивинода Такур. И мы будем идти по порядку. И после того, как мы закончим обсуждение всех этих апасампрадай, 13 апасампрадай, мы проведем также анализ тех отклонившихся групп, которые существуют в данный момент, которые являются нашими современниками, и мы о них слышали, знаем. Это будут темы последних лекций этого семинара. Многие моменты, они будут пересекаться в обсуждении этих групп, авайшнавов, тех, кто отклонился от ведического знания, принципов парампары. Их объединяет то, что они не признают гуру, саду и шастры. Они не используют ту систему, о которой достаточно подробно Шрила Прабхупада говорит в читании Чаритамрити, о том, что шастра является высшим авторитетом. Гуру — это тот, кто говорит на основе священных писаний, на основе шастры. Саду — это также тот, чьи слова соответствуют шастре, священным писаниям. И в целом мы для установления истины, для определения ответа на тот или иной вопрос
мы используем эту систему, то есть мы должны найти подтверждение тому или иному утверждению и у гуру, и у саду, и у шастры. Есть правила, которые собраны в науке под названием герменевтика, которая позволяет гармонизировать эти утверждения в разных, то есть у гуру, у саду и у шастр, и прийти к конечному заключению, понять научным образом, научным означает на основе шастр, потому что система герменевтики, она также описывается в ведах. То есть понять на основе авторитетного процесса, какое понимание шастры, оно верное. Так вот, все эти апасампрадаи, их характерная черта, что они не принимают этого процесса, они не готовы честно обсуждать выводы священных писаний. Похоже, что вначале это во многом происходит неумышленно, но потом это становится умышленной, осознанной практикой. И также какие-то характеристики этих апасампрадай не будут пересекаться, потому что в итоге все сводится к одним и тем же анартхам, к одним и тем же сорнякам в нашем сердце, которые побуждают нас действовать неверным образом в преданном служении, выдавать какие-то свои материальные желания за бхакти. Так, вначале, сейчас еще прочитаем цитату Шивы Прабхупады из его лекции 7 февраля 1969 года. Это была лекция на день ухода Шивы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура. И Шива Прабхупада, он в этой лекции он начинает ее с описания истории Гауди Вайшнавской традиции. И он дает анализ того, что во время Господа Чайтаньи были отклонившиеся секты. После ухода Господа Чайтаньи они продолжили свою активность. То есть он анализирует то, что мы делали на прошлых лекциях. Шрила Прабхупада также тут делает в этой своей лекции. Он анализирует историю Гауди Вайшнавской Сампрадайи на предмет отклонений. Итак, он говорит там, что таким образом существует 13 притворщиков, принадлежащих к сампрадае Господа Чайтаньи. Если я буду описывать все эти 13 апасампрадай, это займет 13 часов. Так что я не буду описывать их всех. Но одну или две группы, они должны быть описаны, я о них скажу пару слов. Наиболее важная из этих групп — это Джата Госай. Они создали касту Госвами, так же, как они создали касту Брахманов. Таким образом, эти Госвами утверждают свое право быть таковыми посредством принадлежности, посредством своей родословной. Таким же образом, как и брахманы. И вклад моего гуру Махараджа заключался в том, что он победил этих кастовых госвами. Таким же образом, как Чайтанья Махапрабху это сделал. Чайтанья Махапрабху сказал: «Киба шудра киба випра няси кененой, ей Кришна таттваветиси гурахой». Мы не должны рассматривать, является человек саньяси, брахманом, шудрой или грехасхой домохозяином. Нет. Любой, кто знает науку Кришны, он является госвами, он браман. И это был его вклад. Еще Прабхупада продолжает говорить о Бхактисиддханте Сарасвати Тхакуре. Он говорит, что это был вклад за последние 100 лет. Это был вклад. И по этой причине он столкнулся с таким неистовым, сильным сопротивлением со стороны этого класса, брахманического класса госвами. Они даже
затеяли заговор с целью убить его. Гуру Махарадж сказал мне лично, потому что по его милости, когда мы оставались с ним наедине, он рассказывал так много вещей. И он был так добр ко мне, что он разговаривал со мной. И он лично сказал мне, эти люди, они хотели убить меня. Они собрали 25 тысяч рупий и обратились к офицеру полиции, который отвечал за эту область, с предложением, возьмите эти 25 тысяч рупий, а мы сделаем что-то против Бхактисиддханта Сарасвати, а вы должны на это посмотреть сквозь пальцы. И офицер полиции отказался от их предложения, пришел к моему гуру Махараджу и сказал, что берегите себя, таково положение дел. Конец цитаты. Шрила Прабхупада определяет, упоминает эти 13 апасампрадай, которые мы сейчас будем разбирать. Он говорит, что описание их займет, может занимать часы, и мы не будем тратить по часу на каждую апасампрадаю, но некоторые из них, Шрила Прабхупада говорит, они должны быть описаны, в частности, Джата Гусая, который сегодня будет идти речь. И он приводит пример своего гуру Махараджа, который, выступив против идей кастовых госвами, вызвал у них такой гнев, что они даже пытались его убить. И они уже даже перешли к практическим действиям, они пошли к офицеру полиции. В то время, и сейчас, на самом деле, в Индии ситуация поменялась, но не сильно. Полиция также остается достаточно коррумпированной. Но в то время все было намного более распущено, и можно было спокойно подкупить полицию и провернуть любые действия и незаконные действия. Таким образом, эти кастовые госвами, они хотели физически устранить Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура, и они предложили огромную сумму по тем временам, 25 тысяч рупий, это сейчас сумма немаленькая, на те времена это было целое состояние, но стоит отдать должное этому офицеру полиции, он отказался, понимая возвышенное положение Сарасвати Тхакура, и лично предупредил того о нависшей опасности. Итак, Джата Госвами или Джата Госвами – это секта, которая утверждает о своем наследственном праве быть госвами или быть гуру на основании кровного родства с Господом или с кем-то из его спутников. При этом они зачастую не имеют такового. Это первый момент. Второй момент, они утверждают то, что госвами, то есть госвами, как мы знаем, это тот, кто усмирил свои чувства. Шрила Прабхупада очень подробно описывает эту квалификацию своих комментариев, следуя по стопам Рупы Госвами в своем комментарии к Нектару наставлений, то есть делает Рупа Госвами, описывает квалификацию Госвами. В первом стихе «Вача вегам, манаса кротха вегам, джихва вегам, дарпастха вегам, этан вегам, йовиша этат гира, сарвам апимам, притхивим сащищат». Мы должны подчинить побуждение ума, гнева, речи, гениталий, желудка, языка, и тогда мы можем считаться госвами. Такой человек, который сделал это, он может принимать учеников по всему миру. И кастовые госвами, они утверждают, что для того, чтобы стать госвами, не нужно подчинять побуждения, свои чувства. Нужно просто родиться в семье госвами. Тогда вы автоматически становитесь госвами и можете давать посвящение другим.
То есть они оценивают позицию вайшнава, другими словами, с материальной точки зрения. То есть они не имеют квалификации для того, чтобы носить титул госвами, для того, чтобы называться гуру. Вместо того, чтобы показывать пример отречения, они, наоборот, с головой погружаются в семейные заботы, в наслаждение чувств, при этом считают, что они на одном уровне с такими личностями, как Рупа, Санатана, Дата, Рагуната, Джива Госвами, Рагунат, Дата Госвами, которые жили очень отреченной жизнью. Вот. И в «Нектаре наставлений», в 6 стихе, Рупа Госвами, он описывает этот момент, что мы не должны воспринимать чистого преданного с материальной точки зрения. Мы должны рассматривать кажущиеся его недостатки как препятствие для его преданного служения и как препятствие для того, чтобы ему другие оказывали почтение и получали духовное благо в соприкосновении с ним. Криштайса Бхава Джанитайр, Криштайса Бхава Джанитайр, Надоушайр, Напракритата Миха Бхакта Джанаси Пашит. Сравнивается чистый преданный с водами Ганги, Гангам Хасам Напхалу, Будбудабхена Панкайр, Брахма Трават, Апагачхати Нира. Или даже недавно или принимать омовение на Гангу, и в Майпуре Прабхупада Гат, обычно в этом месте преданные исконы принимают омовение в Ганге, там большое количество преданных с детьми, и тут плывет просто труп, и никто не начинает убегать, никто начинает беспокоиться, просто спокойно палками его разворачивают, чтобы он уплыл подальше. Все, хочется сказать, все прекрасно понимают о том, что воды Ганги, они полностью трансцендентны и никак не оскверняются наличием чего бы то ни было, даже мертвого тела в своих водах. Не буду говорить за всех. Суть, о которой мы говорим, что даже несмотря на то, что внешне может показаться, что Ганга, она чем-то осквернена, на самом деле это не так. Мудрые люди, они получают духовное благо от соприкосновения с Гангой, с ее водами, и не обращают внимания на внешние кажущиеся материальные недостатки ее вот. Также и преданный, даже если он произошел из низкой семьи, из семьи, которая не варнашамы, сабакаед, он все равно должен считаться госвами, если он достиг уровня, когда он может контролировать свои чувства и занимать их в служении Кришне. Шрила Прабхупада в комментарии к этому 6 стиху «Нектар наставлений» пишет: «К чистому преданному, занятому служением Господу, нельзя относиться пренебрежительно, даже если он не происходит из семьи брахманов или госвами. На самом деле, семьи госвами, основанных на материальных принципах, о принципах кастовой принадлежности или праве наследования, не бывает. Титул госвами вправе носить только чистые преданные. Например, мы говорим о 6 госвами во главе с Рупой госвами и Санатаной госвами. Когда-то Рупа Госвами и Санатана Госвами почти что стали мусульманами, и даже имена у них были соответствующие – Дабирхас и Сакармали. Однако Шри Чайтанья Махапрабху сам сделал их Госвами. Итак, титул Госвами не передается по наследству. Госвами – это хозяин чувств, тот, кто способен управлять своими чувствами. Не чувства управляют преданным, а преданные чувства. Вот почему его следует называть Свами или Госвами, даже если он не рожден семье госвами». Шрила Прабхупада часто цитировал стих
Шаткарма Нипуно Випро Мантра Тантра Вишардага Авайшнава Гуру Насят Вайшнава Швапа Чогуру. Стих утверждает, что даже если есть випра, тот, кто браман, который изучил священные писания, Веда Падхат Бавет Випрага, тот, кто изучил веды, является випрой. Так вот, даже если у нас есть такой випра, который искусен в исполнении шести обязанностей шаткарма нипунага, он искусен в исполнении шести обязанностей брамана, то есть это яджана, яджана, патана, патана, дана, патиграха, он идеальным образом совершает жертвоприношение, обучает этому других, он поклоняется божеству и обучает этому. Он изучает веды и обучает ведам других, он принимает пожертвования и их раздает. Даже если он обладает этой квалификацией, даже если он искусен в знании мантр и тантр, все равно это еще не дает ему квалификацию быть гуру. А вайшнава гурур насьят. Если он не является вайшнавом, то тогда он не имеет права быть гуру. Но вайшнава швапа чадуру. Если даже вайшнав, он получил рождение в семье швапач, или тех, кто готовит собак, собакоедов, кушает их, даже если вайшнав имеет такое низкое происхождение, если личность является вайшнавом, то есть следует вайшнавским принципам, обладает качествами преданного, то он квалифицирован быть гуру. Вайшнава швапа чадуру. И в своих комментариях и в беседах Шрила Прабхупада часто поднимал эту тему кастовых госвами, потому что сейчас мы особую активность с их стороны не наблюдаем, но в то время то, что сделал Шрила Прабхупада, конкретно начал давать в больших масштабах посвящение браманы и давать саньясу западным людям. Несмотря на то, что до этого Сарасвати Тхакур уже делал это, так что тут не было чего-то революционного со стороны Шрилы Прабхупады, но он это начал делать в больших масштабах. По сути, все его движение оно состояло преимущественно из западных людей, из белых слонов, как их тогда Шрила Прабхупада ласково называл своих учеников. И это естественным образом очень сильно поколебало позиции кастовых госвами и смартабрахманов, которые на тот момент были достаточно активны в своей деятельности во Вриндаване, в Майпуре, на Вадвипе. Поэтому Шрила Прабхупада встретил очень сильное сопротивление, так же, как и его духовный учитель со стороны этих сект. И поэтому Шрила Прабхупада очень много об этом говорил, писал, объяснял, что госвами — это тот, кто обладает квалификацией контролировать чувства. Гуру — это тот, кто может освободить своих учеников от повторяющихся рождений и смертей. Намоча это яксану петам ритюм. Часто Шрила Прабхупада цитировал этот стих, который произносит Господь Ришабхадева в 5.5.18 Бхагавата. Гуру насасят. Человек не должен становиться гуру. Перечисляются различные позиции ответственные. И говорится, что тот, кто является гуру, занимает пост гуру, тот, кто занимает пост родственника, тот, кто занимает пост отца, жены, полубога. Если эта личность не может избавить своего подопечного или подопечных от необходимости рождаться снова, то такая личность не должна занимать свой пост. Личность не должна быть полубогом, отцом, мужем, матерью, родственником или гуру. И Шрила Прабхупада, он это широко проповедовал, и естественным образом ослаблялось влияние кастовых госвами, которые
в основном жили и продолжают жить за счет того, не очень образованных вайшнавов. Квалификация гуру есть только у них, только они могут давать посвящение, только они являются госвами. И таким образом они материально себя поддерживают. То есть до сих пор мы знаем, что в Вриндаване большая часть храмов, они находятся под контролем кастовых госвами, которые используют это в большинстве случаев просто для поддержания себя. То есть они показывают божеств, не с целью прославить Кришну, не с целью привести обусловленных живых существ к его стопам, с целью порадовать Кришну, сделать что-то приятное для него, а с целью порадовать свои чувства, заработав на Кришне. И также ученики, они принимали учеников, которые впоследствии после инициации были обязаны их материально поддерживать, поэтому то, что девушка Шивапада подрывала источник их дохода, подрывал их авторитет, поэтому они Шивапада столкнулись с этим отпор в книгах и в лекциях. На основе шастр саду доказал, что от рождения не зависит способность человека практиковать преданное служение. Он продолжил в этом отношении миссию своего духовного учителя Сарасвати Хакура. Да, еще хорошая цитата, грех не прочитать. Из читания Чаритамриты, Антиалива 343, Шрила Прабхупада пишет, говорится, «Алена паричиете». О человеке судят по плодам его деятельности. В вайшнавском обществе есть много категорий вайшнавов. Одни из них носят титул госвами, другие – свами, третьи – прабу, а четвертые – прабхупада. Но сам по себе титул еще ни о чем не говорит. Духовного учителя признают истинным гуру тогда, когда люди видят, что он способен изменить сердце своих учеников. Харидас Тхакур, к примеру, изменил сердце падшей женщины, зарабатывавшей себе на жизнь грехом. Шрила Прабхупада отмечает очень важный момент, что духовного учителя признают истинным гуру тогда, когда люди видят, что он способен изменить сердце своих учеников. То есть, другими словами, квалификация гуру также выражается в том, что ученик, тот, кто принял прибежище у этого гуру и следует его наставлениям, он меняется. И он меняется. Понятно, что мы все меняемся постоянно. Материя, она претерпевает изменения. Наш ум, он претерпевает изменения в соответствии с кармой, которая приходит к нам. Тело наше также меняется под воздействием того же неумолимого времени. Но тут речь идет о духовных изменениях. Ученика, у него должны проявляться признаки духовного прогресса. В противном случае возникает вопрос о квалификации духовного учителя, которому он искренне следует. Само собой, может быть также и случай, когда гуру является квалифицированным, но просто ученик не следует его наставлениям, поэтому мы наблюдать изменений в его духовной жизни. Но если ученик следует тому, что говорит гуру, тогда естественным образом должны происходить перемены в его жизни. Ученик, он должен отказываться от кармической деятельности, что уж говорить о греховной деятельности, и связывать все в своей жизни с Кришной. И внешне также изменения должны происходить. То есть сам момент инициации Шрила Прабхупада, он настаивал на том, чтобы его ученики, которые хотят принять посвящение, они проходили церемонию, оставляя лишь шикху, избривая свои волосы. Они должны были делать это в доте и
чадрах, в чем-то другом. То есть внешние изменения, кивока, само собой, катималы. То есть квалификация гуру также выражается в том, что мы видим, как его ученики, те, кто следует его наставлениям, они реально оставляют наслаждение чувств, они реально развивают отречение, и они заняты служением Кришне, а не себе. Они опираются на шастры, они знают шастры. Да. Итак, кастовая госвами. Известный пример одной из таких каст – это Нитьянанда Вамша. Это секта, которая претендует на то, что они являются кровными потомками Господа Нитьянанды. Несмотря на то, что Господь Нитьянанда, он... У него был только один сын, Вирабхадра Госвами, и у того не было сыновей. Они все равно утверждают о своем кровном родстве. Вот. А некоторые из них действительно имеют связь косвенную, можно сказать, с Господом Нитьянандой, будучи учениками учеников Вирабхадры Госвами, но, опять же, не его детьми. Шрила Прабхупада в «Нектаре преданности» пишет об этой секте. Более подробно сейчас зачитаем. Это 5 глава «Чистота преданного служения». Это в начале главы. 3 или, по-моему, 3 абзац этой главы Шрила Прабхупада это пишет. В средние века после ухода Господа Нитьянанды, великого спутника Господа Чайтани, некоторые брахманы, священнослужители, провозгласили себя наследниками Нитьянанды, назвавшись кастой Госвами. Более того, они заявили, что практика и распространение преданного служения являются привилегией только их касты, которая стала называться Нитьянанда Вамшей. В течение некоторого времени им удавалось искусственно поддерживать свой авторитет в обществе, пока Шива Бхакти Сиддханта Сарасвати Хакур, могущественный ачарья из Сампрадая Гаудия Вайшнавов, окончательно не разбил доктрину Нитьянанда Вамши. Борьба была ожесточенной, но завершилась его успехом. И сейчас правильно установлено и подтверждено на практике, что преданное служение не ограничено рамками определенного круга людей. Более того, всякий, кто занят преданным служением, фактически является возвышенным брахманом. Таким образом, борьба Шивы Бхактисиддханты Сарасвати Такура за это движение увенчалась полной победой. Именно благодаря ему сейчас каждый, в каком бы уголке Вселенной он ни родился, может стать Гаудия Вайшнава. Да, то есть проблема не в том, что кто-то заявляет права на кровное родство Господа Нитьянанды, а в том, что также эта личность, она заявляет, что только они могут быть госвами, и что если кто-то хочет стать чистым преданным и гуру, он должен родиться в их семье. Но это не так. Сарасвати Такур, он установил, что любой имеет право практиковать бхакти. Рупа Госвами это подробно описывает. Бхакти Расамрита Синху, цитируя большое количество шастр, которые подтверждают, что право заниматься бхакти, оно не зависит ни от чего. Говорится, что так же, как любой человек имеет право принимать омовение в зимние месяца в Ганге. Также и каждый имеет право, каждое живое существо имеет право практиковать прамабхакти. Это право, оно никак не ограничено рождением в какой-то конкретной семье. И это интересный момент по поводу того, почему... В основном Господь и его спутники, они не оставляли после себя кровных потомков. Этот момент, он хорошо объяснен в комментарии Бхактисиддханты Сарасвати Такура к Бхагаватам 11.1.5. В этой главе описывается ход
династии Яду. Династия Яду, как мы знаем, это была семья, в лоне которой появился Господь Кришна, и поэтому все Яду — это были его близкие спутники, его возвышенные преданные, полубоги. Мы знаем, что у Кришны было 16 108 жен, и у каждой было по 10 сыновей, то есть получается 161 080 сыновей. И также были дочери, я забыл количество. Но в Кришна-букхе Шрила Прабхупада, описывая родословную Кришны, он говорит, что вместе с внуками у Кришны было порядка, то есть семья Кришны, то есть получается он, его жены, сыновья, дочери, внуки, общая численность достигала миллиарда. То есть это было большое количество преданных, и они были, обладали невероятным могуществом, так как они были непосредственными сыновьями, внуками Кришны, то они обладали необычайным могуществом, которое их выделяло на фоне других династий, которые в тот момент присутствовали на земле. И Господь вам устроил Лилу, в рамках которой сыновья династии Яду во главе с Самбой, одним из сыновей Господа Кришны, они переодели Самбу в сари и одели его так, как будто он вынашивает ребенка. И неподалеку от Двараки в тот момент как раз находились мудрецы во главе с Нарадой Муни, и отпрыски династии Яду, они решили подшутить над мудрецами, они пришли и сказали, в шутливом тоне задали вопрос: подскажите, кто родится у этой Матаджи, подведя переодетого Самбу? И мудрецы сказали, что мудрецы поняли замысел юнцов, который заключался в том, что они хотели просто подшутить над мудрецами. И они сказали, что да, мы знаем, эта женщина, она родит булаву, которая сотрет порошок весь ваш рот. И к своему ужасу царевичи, которые там присутствовали, размотав сари и самбы, обнаружили, что там действительно вдруг появилась булава. Они пришли в Двараку, они рассказали об этом Уграсена, для того, чтобы предотвратить неизбежное, можно сказать, он приказал истолочь эту булаву в порошок и выбросить ее в море. Это было выполнено, но далее произошло следующее. Часть этого порошка съела одна большая рыбина, которую потом выловил один рыбак и обнаружил этот порошок, отдал его кузнецу. Кузнец изготовил наконечник для стрелы из этого железа, который потом использовал охотник Джара, который участвовал в лиле фото Господа Кришны из материального мира. То есть он выпустил стрелу в пятку Господа. А другая часть этой пыли, она была вынесена морскими волнами на берег, и там она проросла в виде тростника. И потом этим тростником Яду, не будем даваться в подробности, игры Кришны, они очищают, и они очень интересны и вкусны для повторения, но суть в том, что в этом комментарии, то есть в итоге Ядовы, они перебили друг друга прабаси, используя вот эти палки тростника. То есть предсказание мудрецов, оно в итоге сбылось. И в комментариях к этой главе, в первой главе 11 песни, ачарьи достаточно подробно описывают,
причины того, почему Господь таким образом решил забрать своих преданных. Несколько причин. Одна из них внешняя заключается в том, что они были очень могущественны, и никто не мог их победить. Поэтому для того, чтобы свернуть игры и вернуть своих преданных полубогов на соответствующие планеты, своих вечных спутников перенести в другую вселенную, где дальше будут разворачиваться игры Кришны, которые никогда не заканчиваются. Для этого произошла такая игра, как будто они сами друг друга убили, потому что никто больше не мог их победить. И также вот в 5 стихе Сарасвати Тхакур, он описывает да, просто зачитаю несколько выдержек из его комментария. Господь Чайтанья пришел, точнее, это комментарий учеников Шри Прабхупады на основе комментария Сарасвати Тхакура. Господь Чайтанья пришел в этот мир вместе с Господом Нитянандой Прабху в своей первой полной экспансии и Господом Адвайтой Прабху. Ачарьи Вайшнавы относят всех трех этих личностей, Чайтанью Махапрабху, Нитянанду Прабху и Адвайту Прабху, в категории Вишну-Тата. Иными словами, все они верховная личность Бога. Все три личности Бога понимали, что в будущем их потомкам будут выражать чрезмерное признание. И те, возгордившись, начнут жестоко оскорблять истинных гуру вайшнавов, представителей Господа. То есть именно по этой причине Шри Чайтанья Махапрабху и Господь Кришна, и Господь Нитянанда, они не оставили прямых потомков после себя. Шри Чайтанья Махапрабху был дважды женат, но у него не было детей. Нитянанда Прабху, который также является верховной личностью Бога, не хотел, чтобы кого-то считали родными сыновьями его собственного сына Шри Вирабхадры. Иными словами, явление Господа Чайтанья оставило немного возможностей для продолжения традиции семейной преемственности, которая приводит только к путанице. То есть, другими словами, когда остаются потомки Господа или его спутников, кровные, то тогда сразу же возникает эта идея кастовой преемственности, что только они на основании своей кровной связи могут быть истинными представителями Кришны. Но это не так. Для того, чтобы такой идеи не возникало, хотя она все равно, мы видим, возникает, Господь, желая не усиливать градус ситуации, не повышать, он не оставляет потомка после себя, как правило, по этой причине, чтобы люди не теряли суть духовной квалификации, что она не зависит от рождения в той или иной семье, а она зависит от следования гуру саду шастре и способности контролировать свои чувства. Она зависит от милости к Кришне и духовному учителю. И в наше время Нитянанда Вамша, она до сих пор существует. Последователи этой линии. Есть один очень известный представитель. Его зовут Прем Гопал. Вот. И почему я его упоминаю? Потому что по неизвестным причинам преданные ИСКОН, они, многие русские, в особенности преданные, они стараются наладить с ним отношения, быстрее с ним отношения, получить у него шикшу. Они приезжают в Майпур, ездят на Вадвипу на его лекции, которые он постоянно дает. И сейчас в интернете также он развернул проповедническую активность. И насколько делились преданные, которые были на его лекциях, он не настроен оскорбительно по отношению к ИСКОН. Преданным он проповедует о Господе Чайтанье, о преме, о любви к Богу.
Вот. Но нужно быть очень осторожными. Шрила Прабхупада нас предупреждал, чтобы мы сохраняли свое целомудрие, не смешивались с даже с его духовными братьями, что уж говорить о представителе Апасампрадая. То есть, если они хотят позвать нас к себе, чтобы мы дали им лекцию в их храме, то мы всегда за. Но какой смысл звать их к нам в храм и просить их дать нам лекцию? Шрила Прабхупада нам дал уже все. Не нужно слушать представителей Апасампрадая для того, чтобы духовно развиваться. Скорее, это будет вредить. Потому что преданные, показывает практика, они в итоге начинают считать, что это нормально ходить в храмы кастовые госвами, общаться с ними. Некоторые учителя у нас, они также поддерживают эти тенденции, то есть они приходят к этим госвами, они с ними получают у них даршан, даже наставления у них просят. Это все очень странно, и это не находится в линии с наставлениями Шрилы Прабхупады. То есть это определенная, получается, неверность ученика, если он идет искать наставление где-то на стороне Шрилы Прабхупады. Дал нам достаточно знания, которым мы должны делиться. Нам не нужно что-то извне приносить, мы сами можем им объяснить, что такое процесс преданного служения. Может возникнуть довод, что Шрила Прабхупада, он же приглашал госвами на открытие, к примеру, Кришна Баларам Мандира во Вриндаване. Да, действительно, Шрила Прабхупада делал это. Он пригласил всех видных людей на Вриндаван, на тот момент всех лидеров. Но суть в том, что он пригласил их на свою территорию для того, чтобы они признали в глазах окружающих, в глазах всех других жителей Вриндавана авторитетность его миссии и авторитетность нового храма Кришны Баларама. То есть, другими словами, не они признавали, а, как сказать, не мы признавали их, а Шрила Прабхупада сделал так, что они признавали нас. Вот. В таком случае можно... Мы видим на примере Шрилы Прабхупады, что можно строить отношения с ними на принципе того, что мы им что-то даем, они нас признают, а не наоборот, что они нам что-то дают, они нам дают какую-то шикшу, и мы должны их признать, что мы сейчас видим, происходит. То есть, допустим, Премгопала, его приглашали даже в Москву, ему давал лекции для преданных. Понятно, зачем. Да, и сейчас мы еще одну линию обсудим кастовых госвами. Эта линия наберет начало от Гопалбаты госвами, точнее, связана со своих истоков. Эта секта, она имеет два храма в Вриндаване. Это храм Рада Валабхи рядом с Кхали Гхатом. И это храм Радхарамана. Госвами, которые управляют этими храмами, они берут начало от личности, которую звали Харивамша, Хитха Харивамша. Он был изначально он принял посвящение у Гопалбаты госвами, он принял от него саньясу, но потом он был отвергнут Гопалбатой госвами, потому что он начал нарушать принципы преданного служения, не желал им следовать. В частности, он не мог отказаться от привычки принимать бетель во время экадаши. То есть он нарушал экадаши, и он оправдывал это тем, что он настолько привязан к почитанию Махапрасада, то есть Бети, он был Махапрасадным, что он не может совладать со своими чувствами, выражает почтение Махапрасаду, он нарушает. То есть Экадаши, другими словами, он посчитал чем-то
неважным. И пытался обосновать это, на самом деле, привязанностью, духовной привязанностью к остаткам пищи Кришны. Гопал Бхатта Госвами, он отверг его, но Харивамша, он не... То есть его это никак не смутило, он начал набирать последователей, начал выдумывать различные истории о своем прошлом. То есть в итоге он сказал, что посвящение он получил 7 лет во сне. Шримати Радхарани дала ему посвящение. За это он был окончательно выдворен из общества вайшнавов на тот момент. Вот. И, скажем так, это ему развязало руки в дальнейших отклонениях. То есть, в частности, он принял, у него была жена, он бросил эту жену и, имитируя Господа Нитьянанду, принял жены двух сестер, говоря, что это ему сказала сделать опять же Шримати Радхарани во сне. Это тоже отдельная тема, то, что очень часто представители сахаджиев, они апеллируют в тех или иных своих явно противоречащих шастрам о действиях к какому-то божественному откровению. То есть кто-то Кришна или кто-то из его преданных пришли ко мне во сне и сказали мне, что я теперь Кришна. Или они мне разрешили совершить какой-то греховный поступок. Но, как мы можем понять из трудов Госвами, апани бхаджана катха нак риби ятхатата. Они говорят, что мой баджан, мои личные взаимоотношения с Кришной, это то, чем я с вами делиться не буду. Это очень сокровенная вещь. Также есть стих «Прима двайора сикайора айди паэва», начинается с этих строк, который гласит о том, что отношения двух расиков или личностей, которые вкушают отношения любви, то есть Кришны и его преданного, они подобны, эти отношения подобны огоньку. Если вы выносите огонек куда-то на чистый, на из закрытого помещения своего сердца, он так говорит об этом стих, вы выносите этот огонек куда-то наружу, то он сразу же тухнет. Другими словами, если мы делимся, Госвами установили принцип, что тот, кто на самом деле находится на высоком уровне духовном и кто реально получает откровение Кришны и видит духовный мир и слышит непосредственно, что Кришна говорит ему, тот никогда не будет делиться этим с окружающим, потому что это очень сокровенная часть жизни преданного, и он не считает себя достойным, он очень дорожит этими отношениями, и он не будет огульно заявлять, потому что вот сегодня Кришна ко мне пришел, явился во сне, и вот он что-то сказал. А в рамках лил мы, конечно, можем наблюдать, что периодически преданные иногда это делали, возвышенные преданные чари. Но не все, и это не было какой-то практикой, и мы видим наставление с вами, которое заключается в том, что мы должны хранить внутри себя то, что происходит в наших отношениях с Кришной. Мы должны этим делиться. То есть мы... Это означает, что мы дешево оцениваем Кришну, дешево оцениваем свои отношения с Ним, если мы широко можем делиться тем, что в них у нас происходит. Так же, как и отношения, то есть это можно понять на примере любых отношений в материальном мире, если муж с женой, они не будут, если они не уважают друг друга, если они не ценят
отношения друг с другом, когда они будут выносить мусор, ссор из избы, то есть они будут делиться с окружающими тем, что у них происходит, и это не укрепит их отношения, наоборот, это разрушит их отношения. Да, то есть Хариванша, он заявил о своей непосредственной связи с Шримати Радхарани, он заявил о том, что бросить свою жену и принять в жены двух новых, также посоветовала вечная спутница Господа Кришны. Также он заявлял о праве на некоторые вайшнавские труды, которые на самом деле принадлежали перу Шивы Прабхадананда Сарасвати. Вот, одну из этих книг Радараса Шуда Нитхи, его ученики, они начали распространять информацию о том, что Хитавамша, он ее написал 6 месяцев, он ее надиктовал 6 месяцев, а записал эту книгу дядя Харивамша. Вот такой одаренный ребенок был, 6 месяцев надиктовал труд, вот, который принадлежал на самом деле перу Прабхадананда Сарасвати. В 7 лет получил инициацию в Шримати Радхарани, вот, а 20 лет начал есть петель на Экадаши и отверг непосредственного спутника Господа Чайтаньи Гопалбхакта Госвами. Вот такой у него был послужной список. То есть, другими словами, Харивамша и его секта, они отрицают наставление Писания. Они отвергали наставление в отношении поклонение божествам, в отношении необходимости проводить 10 самскар, в отношении необходимости держать пост на Экадаши, в отношении необходимости поклонения Шалаграму и поклонения Туласи Деви. Их аргумент был, что в духовном мире мы не видим, что спутники Господа, гопи, умонастроением которых мы хотим проникнуться и по стопам которых следовать, мы не видим, что гопи в духовном мире, они следуют всему этому, они поклоняются божеству, они не проводят самскары, они не постятся на Экадаши, не поклоняются шалаграму. Да, также они говорят, что так как Кришна любит своих преданных, он становится более счастливым, когда он видит, как его преданные, они материально наслаждаются, когда им хорошо. И ему не нравится, Кришне не нравится, когда мы совершаем аскезы, когда мы постимся на Экадаши, когда мы рано встаем, когда мы следуем 4 регулирующим принципам, потому что Кришна хочет, чтобы его преданные были счастливы. Другими словами, они отвергают пример Ачарьев, Госвами Вриндаваны, которые, наоборот, показывали строгое следование Экадаши, они поклоняли Шалаграму, они поддерживали систему и возрождали, как Гопабхата Госвами написал Крия Сардипику, который описывает как раз процесс 10 самскар, и они поклонялись Сету Васидеве и воспевали ее величие. Но эта секта, они не признают, так как мы уже говорили, Сампрадай, они не признают авторитет Гуру Садху Шастр, то они выдумывают какие-то свои идеи. Некоторые из них, они могут казаться действительно логичными, если человек еще недостаточно изучил науку бхакти. То есть, допустим, вот эта идея относительно того, что так как преданные в духовном мире, они исследуют практики саданы, они не постятся на Экадаши, они не поклоняются Туласи, они не поклоняются Шалаграму, то поэтому мы это тоже не должны делать. Это опровергается Рупой Госвами в Бхакти Расамрита Сингху, описывая практику на уровне Рагануга Бхакти или практику на уровне спонтанного преданного служения, когда
преданному у него уже пробудилась рага или горячее желание обрести Кришну. Он говорит следующее. Кришнам смарам джанам часья татпредха самихитам. Таткатхаратас часав курятвасам раджей сада. Сева садхакарупина сидхарупина чатрахита тава липсима карья враджа лоука анусаратаха. Он говорит, что практика для этого возвышенного уровня, она заключается в следующем. Преданный, он должен всегда помнить о Кришне, то есть он полностью погружен в смаранам, Кришна смаран джанам часья. Он всегда погружен в размышления о Кришне. И он следует по стопам возвышенных преданных обитателей Бриндавана. Он живет во Врадже. И он действует на уровне садхакадехи и сидхадехи. То есть садхакадеха — это уровень нашего грубого тела, в котором мы находимся. И уровень сидхадехи — это наше духовное тело, в котором мы действуем в духовном мире. Преданный на уровне рагануги, он осознает уже свою духовную личность. И в комментарии к этому стиху Джива Госвами и Шива Вишванатха Чакраварти Тхакур, они разбивают как раз эту идею, которую проповедуют Харивамши. Они говорят, что что следование по стопам обитателей Вриндавана, спутников Господа, относится не только к Шримати Радхарани, к Лалита Сакхи и так далее. Это также относится к Рупе Госвами, к Санатане Госвами. То есть они тоже были личными спутниками Господа во Вриндаване. И объясняется, что на уровне садхакадехи, то есть на уровне садхана, на уровне своего грубого тела, мы должны действовать, следуя по стопам Рупы Госвами. А на уровне сидхадехи, или своего духовного тела, мы должны действовать, идя по стопам Шри Рупы Манджари. Вот. То есть, другими словами, до тех пор, пока мы находимся в грубом теле, мы соблюдаем, даже если мы уже достигли уровня спонтанной преданности, мы все равно соблюдаем анги, которые предназначены для регулируемого преданного служения, для вайти саднабахти. Конечно, там есть подразделения этих анг, какие-то из них на уровне рагануги, они уже не практикуются, допустим, ньясы или мудры, они уже не к месту, они могут нарушить отношения любовные между преданным и Господом. Вот. Но это все также описано Рупой Госвами, какие конкретно анги, они являются враждебными для развития раги на уровне рагануга бхакти. Таким образом, мы видим, что Госвами они поклонялись шилограммам, божествам, они поклонялись Туласе, они следовали Экадаши, они принимали духовного учителя, гуру Падаши, поэтому мы также должны следовать по их стопам. Это в этом смысл употребленного выражения враджа лока усаратаха Рупы Госвами. То есть враджа лока относится, опять же, не только к обитателям Галоки Вриндавана в духовном мире, но также и к личным спутникам Господа, которые проявляются в материальном мире для того, чтобы научить нас тому, как мы должны следовать процессу бхакти. Сейчас мы обсудим историю того, как происходила борьба с кастовыми госвами. В основном это опыт Сарасвати Тхакура, но начал все, опять же, как мы уже говорили, Бхактивинод Тхакур. На момент, когда Бхактивинод Тхакур, он начал широко проповедовать, уже было сложно определить, то есть было большое количество кастовых госвами в Навадвипе, они установили свою полную власть над преданными. В те времена они эксплуатировали необразованных преданных, они
зарабатывали на них. Появлялись те, кто вообще не имел никакой даже предполагаемой связи к вайшнавам прошлого или к Господу Нитянанде или к Адвайта Ачарье, но при этом говорили, что выдумывали просто свое генеалогическое дерево, которое вроде как восходило к кому-то из великих вайшнавов, и присваивали себе титул Госвами. И Бхактивинод Хакур, он начал открытые военные действия с ними. В своих трудах в Джайвадхарме и в Харинама Чинтамани он обозначил то, что недостаточно принять гуру просто на основе того, что у него, что он относится к касте гуру. Он написал, что необходима квалификация джигнясу шрея муттамам шабды парейша ништятам брахма нипашама шаям. Он обозначил это, что необходимо знание шастр и способность спасти ученика. В этом заключается квалификация гуру, а не в том, что он принадлежит какой-то касте гуру. И также он обозначил там революционную на тот момент мысль о том, что если гуру не обладает квалификацией, ученик обязан его отвергнуть. Гурора пьявалиптася кария кария маджанатаха утпатха пратипаннася парикья говихиры. Если гуру не отличает хорошего от плохого, если он совершает постыдные поступки, неправильные, если он противоречит принципам шастр в своих действиях, то ученик обязан его отвергнуть. И этим своим выпадом Бхактивинод Хакур, он вынудил, кстати, он возбудил сообщество кастовых Госвами, и они встали в определенную защитную позицию. Вот, они приготовились к тому, что сейчас будет дальнейшее нападение на них совершаться, потому что уже этими своими трудами Бхактивинод Хакур он поколебал веру общественности в авторитетность этих кастовых гуру. И действительно, это нападение, оно не заставило себя ждать. Бхактивинод Хакур, в его семье появился Бхакти Сиддханта Сарасвати Хакур, который продолжил миссию своего отца. И в 1912 году Бхакти Сиддханта Сарасвати Хакур, он был приглашен на встречу вайшнавов в месте под названием Касим Базар. И заправляли этой встречей как раз кастовые Госвами и Смарта Брахманы. И позвав туда Сарасвати Хакура, они не дали ему возможности выступить публично. То есть каждый день там проходили лекции, проходила катха, и было дозволено только тем, кто поддерживал идею кастового Госвами, выступать там. Сарасвати Хакур не поддерживал, поэтому ему не дали права выступить. В ответ возмущенный подобным ограничением Сарасвати Хакур, он постился на сухую 4 дня, вообще ничего не принимая, в знак своего протеста. И после этого к нему пришли представители этих госвами кастовых, смарта брахманов, и в личной беседе он разгромил их всех. И они поняли, что он представляет для них очень серьезную опасность, и они тогда тем более не дали возможность ему публично выступить. Но именно в этот момент, можно сказать, начались отношения войны между Сарасвати Хакуром и кастовыми госвами. Он обозначил четко свою позицию и дал им понять, что не даст им спуска. Дал им понять, что они не смогут его одолеть в знании шастр и логики и преданности Господу, что самое главное, которое у них не было. В 18 году Сарасвати Хакур принял саньясу, и он устроил небольшой проповеднический тур по местам, в которых в основном находились кастовые госвами, для того, чтобы разбить их доктрину. Там он встретился в деревне Тутпада,
с Прианатхом Нанди. Это был ведущий спикер и проповедник Каставы Госвами на тот момент. И он его публично разгромил. После этого Каставы Госвами, они поняли, что философски в дебатах у них нету никаких шансов выстоять против Сарасвати Тхакура. И тогда, после этого, они перешли к более решительным действиям в сфере материи. То есть они уже решили физически устранить Сарасвати Тхакура. И мы читали об этом в самом начале, Шрила Прабхупада делился тем, что Сарасвати Тхакур ему рассказал, как была попытка организовать покушение на него, но офицер полиции, он оказался честным человеком в отношении саду, во всяком случае, и он не стал способствовать этому. Также в 1925 году Сарасвати Тхакур в Навадвипе организовал первый раз Навадвипа мандалу парикраму, и на тот момент собралось несколько тысяч преданных под его руководством, которые эту парикраму проходили. И когда эта группа парикрамы, она вступила в Навадвипу, то она подверглась нападению гундов, которые были... Гунды — это бенгальские бандиты. Местное название. Группа парикрамы, она была... Некоторые из преданных, они были, получили ранения, убитых, насколько мы знаем, не было. Вот, но это произошло из-за того, что Сарасвати Тхакур, он отказался заплатить налог за вход в Навадвипу. То есть кастовые госвами, они имели на тот момент такое влияние, что всякий, кто, допустим, входил в Навадвипу, он должен был их поддерживать. Почему? Потому что они чистые преданные и госвами. И обязаны их поддерживать. Такова была идея. Вот. Но Сарасвати Тхакур отказался это делать. В ответ они наняли этих разбойников. И после этого это событие получило публичный резонанс. То есть парикрама, она все равно продолжилась. Полиция, она окружила парикраму и сопровождала ее в дальнейшем для того, чтобы упредить последующее нападение гундов. То есть парикрама состоялась, но при этом причастность кастовы госвами к этому нападению, она была открыта общественности, и вследствие этого они потеряли в одночасье, можно сказать, свои силы, свою репутацию в глазах окружающих. И после этого они намного меньшее влияние стали иметь на Навадвипе. Да, то есть как общее определение, чтобы подытожить, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, он часто говорил, что джатагасани, они используют шалограмму Шилу и Арчи Виграху как камни для раскалывания орехов, то есть как средство для заработка, чтобы наслаждать свои чувства. Они дают инициацию в ситха-пранали, то есть ситха-пранали — это неавторитетная практика, которая заключается в том, что духовный учитель должен раскрыть ученику то, кем тот является в духовном мире, и его сварупу вечную. И ученик, он должен начать пытаться практиковать спонтанную преданность, отталкиваясь от этого духовного обозначения, которое, по сути, является материальным, что в этой практике в прошлом веке, сейчас тем более, не было квалифицированных духовных учителей для того, чтобы открывать сварупу окружающим. Да. То есть они дают инициацию в ситхапранали, кастовые госвами.
И это лишь ритуал, а смысл которого – это сбор пожизненных средств со своих учеников. То есть это суть этой апасампрадая, джата гасвами, кастовая гасвами. Интересно также отметить, что Шрила Прабхупада, это в читании Чаритамрити, Матхиалива 411, он пишет, что традиционно посвящение давали браманы, домохозяева, согласно системе Панчаратры, и всем остальным делать это запрещалось. Вот. Но в конце комментария он объясняет кажущееся противоречие, потому что у нас сейчас в основном саньяси дают посвящение, вот. Как это все укладывается. Он объясняет, что все изменил Господь Чайтанья, утвердив принцип «киба випра, киба ньяси». То есть неважно, кем человек является, саньяси, шудрой, неважно, если он знает науку о Кришне, он может стать гуру. Таким образом, Господь Чайтанья, он расширил понимание и расширил квалификацию того, кто может стать гуру, описав, что, по сути, материальной квалификации ее нет. И это понятно, потому что в Кали-югу, где мы можем найти браманов, где мы можем найти грихас, то есть мы все по рождению не варнашрама, мы ниже чандалов, мы ничему не следуем. Поэтому, если только браман грихасха может выполнять обязанности духовного учителя, то тогда никаких шансов у нас нет найти такового. Да, и примеры из нашей истории, как частично проявлялись эти идеи кастовых госвами в ИСКОН. Первое, лежащее на поверхности, это система зональных ачарьев. То есть принцип был тот же самый после его ухода Шрилы Прабхупады. 11 его учеников, они заявили о своем исключительном праве представлять Шрилу Прабхупаду, о своем исключительном праве быть гуру. Некоторые из них проповедовали то, что все, даже духовные братья, то есть другие ученики Шрилы Прабхупады, которые не входили в список этих 11, они могут теперь продолжать служить Шриле Прабхупаде только через них. Вот. Эта система, она очень сильный урон нанесла ИСКОН, но вместе с тем она также дала хороший толчок к тому, чтобы преданные изучили вопрос Гуру Таттвы и поняли, как же на самом деле должна продолжаться парампара и каких ошибок нужно избегать. И на самом деле, если анализировать текущую модель назначения гуру и выбора гуру в ИСКОН, до некоторой степени текущая система ИСКОН также утверждает определенную монополию на право установить кого-то в роли гуру. То есть только GBC, по сути, имеет право назначить кого-то гуру, утвердить кого-то в роли гуру. Или, наоборот, кого-то убрать с должности гуру. Тогда как традиционно это обязанность ученика выбрать гуру. У нас есть свобода выбора, мы можем выбрать любого в качестве гуру. И в зависимости от нашей искренности Кришна нам пошлет соответствующую личность. Вот. То есть понятно, что текущая система, она не претендует на право быть идеальной. Вот. И хорошо, если старшие преданные, они
начнут обращать внимание на то, как привести систему инициации в ИСККОН в более традиционное состояние, которое учитывает свободу выбора живого существа и не создает класс гуру внутри общества, которому все поклоняются, и из которого все выбирают себе духовных учителей. Вот, то есть хорошо, если старшие преданные они сделают это, а не то, что сейчас происходит, утверждение женщин в праве быть бхикшагуру, это наоборот отдаление от традиционной системы, от возможности установить традиционную систему. И, ну, понятно, что кроме того, что это просто само по себе не следование наставлениям шастры. Но это отдельный вопрос. Что еще хотелось сказать, это то, что ритвики, они также обладают вот этим качеством, которое есть у кастовых госвами, они заявляют о своем исключительном праве на продолжение парампары. То есть они не позволяют, то есть они, получается, не верят в процесс бхакти, который нам принес Шрила Прабхупада, и который позволяет любому, кто ему следует, стать госвами, стать гуру, и, как следствие, принимать учеников согласно наставлению Господа Чайтаньи и наставлению Шрилы Прабхупады, который часто говорил, что я хочу, чтобы все мои ученики и ученицы, они стали гуру. Да, и ритвики, они тем самым тоже отражают одну из граней кастовых госвами в том, что, по сути, говорят, что получить инициацию вы можете только у нас. Вот, никто больше не может давать посвящение, а только Шрила Прабхупада через ритвиков может давать посвящение, ритвики этому. Вот, такая у них идея. Которая является отклонением, как мы сегодня привели много цитат о том, что право быть гуру, оно происходит не из материальной квалификации, а из духовной. Если человек он обладает духовной квалификацией, то он способен принимать учеников. Если он может контролировать побуждение своих чувств, он может принимать саруна, фиман, притхи, вим, сащища. По всему миру он может шишьев принимать, как говорит Прабхупада с вами. А не так, что теперь никто не может принимать учеников, только у нас вы можете, вот у этого человека, который сидит на висасане, получать посвящение, а больше никто не может. То есть это идея кастовых госвами. Так, на сегодня мы закончим. Если есть какие-то вопросы, комментарии, возражения, то, пожалуйста, сейчас самое время. На следующей лекции мы продолжим обсуждение, мы будем говорить о смарта-браманах и о секте Ативади. Может быть, еще что-то успеем сделать. Вопросов нету. Шрила Прабхупада ки джай. Самавета бхактам ки джай. Гаура бхактам.